16 по 19 октября 2016 года под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации состоялась бизнес-миссия представителей индустрии детских товаров в Китайскую Народную Республику. Деловая поездка в Китай была приурочена к проведению в Шанхае 6-й международной выставки China Kids Expo 2016. На мировом рынке детских товаров Китай занимает первое место. По сравнению с другими азиатскими странами, КНР – одна из самых открытых для ведения бизнеса с иностранными предпринимателями стран. В рамках делового визита российская делегация встретилась с представителями китайских и международных деловых кругов, посетила отраслевые производственные и торговые площадки, а также была лично принята генеральным консулом Российской Федерации в Шанхае. Российская делегация представила в Китае поддерживаемый Минпромторгом России проект «Сделано для детства», презентовала китайским коллегам образцы отечественной продукции, обсудила возможности взаимовыгодного сотрудничества и ознакомилась с особенностями налогообложения в Китае. Участники делегации побывали на китайских производствах, торговых площадках, увидели передовые технологии, встретились с представителями китайского бизнес-сообщества, которые заинтересовались российскими товарами для детей. Ключевым событием бизнес-миссии стало посещение российской делегации крупнейших отраслевых азиатских международных детских выставок. Международной выставки детских товаров China Kids Expo 2016, международной выставки игрушек и дошкольного образования China Toys Expo 2016 и международной выставки брендов и лицензирования бизнеса China Licensing Expo 2016. В рамках China Kids Expo более 1500 компаний представили наиболее популярные товары для детей, а также новые разработки и модели следующего года. В 2016 году гостями выставки стали более 60 тысяч человек. В рамках VIP-обхода по выставке состоялась деловая встреча с генеральным директором Kermesse China Хансом Стоттертом и представителями ряда компаний-экспонентов. В ходе встреч российские производители узнали тонкости китайского маркетинга и особенности их менталитета, которые необходимо учитывать в переговорах и в ходе ведения бизнеса с китайскими партнерами. Деловой визит в Китай представителей российской индустрии детских товаров стал хорошей предпосылкой для развития бизнеса между российскими и китайскими компаниями, способствующей укреплению деловых контактов, расширению и диверсификации торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.